В смысле нет винишка? Ну, я не хочу это на камеру говорить, я отказываюсь. Когда ужин превращается в завтрак? Шла 30-я минута того, как я выбирала, что мне надеть. У меня сегодня первое занятие по практике управления моторной лодкой. И я как бы понимаю, что на воде будет холоднее. Ладно, помимо этого у меня не просто первое занятие, у меня как бы первых два занятия. Я на воде буду 2 часа. В городе плюс 1. Ну что, я надеюсь, что как бы я не особо замерзну. Это хлопок. Это кожзам, не продувает. Еду в пальто, но у себя в рюкзаке. Надежно спрятала. Пуховик. Я планирую его просто переодеть. Потом уже как-то буду садиться в лодку. МЦД. МЦК. Короче, неважно в каком порядке. Пройдены. Теперь осталось пешочком. Правда, ребята, это вот немножко красивее. Вот он посередине. Резко, 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 резко. Давай, 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 давай! Ты спас его! У себя какой-то ориентир на берегу. И идем на этот ориентир, удерживая угол 45 градусов. Влево. Влево. Ставим селектор в нейтраль, потом руль вправо и назад, мало назад сразу. Сейчас я опоздала, как были на танцульке. Павшая джинсчина. Нет, это были бы не полноценные. У нас очень значимое событие. Мы идем отмечать то, что Леська теперь видит этот мир бесплатно. Она сделала операцию на глазки. Вот. И теперь она щурится от ветра с непривычки. Я посмотрела на нее, сказала, без кофеина, я пока... Без алкогольный кофе, я сказала. Приколюхи. Ништяки. Ништяки приколюхи. Из Перми. Так как мне надоели всякие эти магнитики, вообще я не хотела вам даже ничего покупать. Как это полисяндринский, да? Да, да. Но так как вы постоянно мне что-то покупаете, я решила, что надо, наверное, вам что-то купить. И тут мы зашли в один магазин пермский. И только, наверное, в Перми такая бывает пасекончики. Нет, пасекончики. Сейчас будет то, что ты очень любишь, Венера. Нет, это зал. Я знаю, кому я это дам.
Сначала я думала, что вот это мышанское, а вот это тебе. Потом я что-то передумала, мне кажется, вот это больше тебе, а вот это больше тебе. Но вы можете что-то поменять. Что там такое? Это вообще значки на грудь. В смысле нет винишка? Но мне пока не хватает. Пошути мне тут. В смысле нет винишка? Вот я думала сначала только мышанское, но одинаковых не было. А потом смотрю, вот это вроде на мышь похоже. Даже не знаю. Работаю. Мне нравится кофе, салат, по крайней мере. Совершенно не нравится капучино, мне больше нравится латте. Вообще подача абсолютно правильная. Ну да, мы латте почти всегда в такой. Ну давай, ну скажи. Я не хочу это на камеру говорить, я отказываюсь. Я что-то пропустила. Лишнее оберегать. Ребенка? Да, что он должен видеть мир, там, людей. И сон не Сценарий, ну, конечно.